activated. Ценного.
вернись сюда. Что там, беди один? Погоди. Что там было? Thank you.
Эй, сэр, я под местом раскопок. Имперцы забрались дальше, чем мы думали. Не время об этом беспокоиться. Они идентифицировали тебя как джедая с Бракки. Прямо сейчас они ищут богомол. Передвинем богомол. Запускать двигатель не стоит. Выброс энергии тут же привлечет их внимание. Я вернусь как можно скорее. Молодец. По нам стреляет шагоход, а оружие выведено из строя. Это он? Скажи ему, чтоб тащил свой зад! Держитесь, я уже иду. Ты неплох, парень. Эй, приемчики у тебя что надо. Только скажи мне, что этот визит не был напрасным. Я нашел гробницу мудреца Зефа. Они пользовались силой. Развитая цивилизация владеющих силой загадочно исчезла. Неудивительно, что Кордова стал так одержимыми. Что еще ты нашел? Прежде чем исчезнуть, Зефа посещали планету Кашиик. У Кордовы был друг Вуки, Тарфул. Может, мы его найдем? Кашиик, я... Слушайте, там все очень плохо. Империя прессует этих вуки только так. Значит, будем готовы к бою. Я думаю, такая жизнь подходит тебе. Бой с шагоходом придал тебе уверенности. Так как ты справляешься? Имеешь в виду с силой? Да, с силой. Помню, ты говорил, что она может подавлять. Что ж, я все еще в живых. Не хочу об этом говорить. Да, ну, я понимаю. Лучше, чем ты думаешь. Почему ты решила перестать использовать силу? Когда началось истребление, и наши клоны-штурмовики пошли против нас. Мой подаван и я взяли несколько юнлингов и подались в бега, но это было недолго. Имперский патруль почти нас обнаружил, поэтому
Я попыталась увести их от своего падавана, Трилы. Она осталась вместе с юнлингами. Но они поймали меня. И они пытали меня. Они хотели узнать об остальных и сколько нас осталось, но больше всего они хотели узнать о Кордове. И куда он делся. Но ты сбежала. Да. В тюрьме был бунт. Я получила шанс и воспользовалась им. Но они почти сломали меня. И я уже не та, что была, Кэл. Твой падаван. Она выжила? Нет. Мы потому и не можем сдаваться. Нельзя позволить, чтобы жертва самых близких была напрасной. Все нормально? Все отлично. Наслаждаюсь тишиной и покоем.
Нас ждет долгое путешествие. Эти древние гробницы не простояли бы столько, если бы их легко было найти. Я жажду принять этот вызов. Это заметно. Я рада, что ты веришь в то, что мы пытаемся сделать. И всегда верил. Я верил в силу с тех самых пор, как стал юнлингом. Имена в списке — это проверка. И я верю, что добьюсь успеха. Мне нравится твоя уверенность. В этом путешествии тебя ждут испытания, с которыми ты еще не сталкивался. Я понимаю. Думаю, я готов. Мы будем рядом, Кэл. Посмотрим. Задаю курс на... Погоди, ты хочешь на Татамир? Удивлена, что Кордова летал туда. На то должна быть причина. Как прилетим, я из Богомола и носа не высуну. Местный свет точно сожжет мою кожу. Раньше здесь обитала мощная группа владеющих силой, известная как Сестры Ночи. Они владели силой? Как джедаи? Нет. Эти ведьмы жили по-своему. Они лгали, обманывали и манипулировали. Ха! Прямо как моя бывшая. Во время войн клонов Сестры Ночи заключили союз с лордом Ситхов, а он их предал. В итоге их почти полностью уничтожили. Датамир — опасное место. Нужно быть осторожней. Мне можешь не рассказывать. Приближаемся к месту назначения. Плюхайся, парень. Кэл, будь осторожен. Это смертельно опасное место. Я готов ко всему. Я знаю, Кэл. Это одна из причин, почему BD-1 доверил тебе информацию Кордовы. Нам повезло, что ты здесь. Ты знаешь о Сестрах Ночи Датамира? Немного. Далеко не все джедаи знали об их существовании. Но, как ученица Кордовы, мне было известно больше. Он всегда считал их интересными, как и прочие древние культуры. А ты как считала? Я никогда тут не была. И не хотела. Насколько помню, в то время наши пути начали расходиться. Тьма всегда накладывает отпечаток, так или иначе. Хорошо, что мы там не стояли. Это что за зверь? Выглядит не очень дружелюбно.
Нашел что-нибудь? Просканируешь?
Снова сканируешь? Молодец. Похоже, здесь побывали Зефа. Странно. Вроде заброшенное место, но... Убирайся, джедай. Уходи. Ты ведь сестра ночи. Думал, вы все погибли. Не все. На Датамире тебе не место. Уходи. Я не могу уйти, но вдруг ты мне поможешь. Я... Постой. Я тебе не враг. По твоим действиям не Стой, похоже. Погоди, я же не... Я понимаю. Брат! Нет! Что? Что? Молодец. Еще, братья ночи. Обреден. Я не умру. Я уничтожу тебя. Хорошо. Дверь не поддается. Началось. Что там, Бедядин? Это мой
братья! Или готовься к смерти, чужак! Вернись сюда. Что нашлось? Славный странник. Смотрю, ты уже познакомился с сестрой Ночь и даже как-то выжил. О, световой меч. Нет, не прячь его. Теперь ясно, как ты выжил. Кто ты? Ты не бойся меня. Я странник. Изучаю природу вымерших рас, мертвых философов. Изучаешь сестер Ночи? О, я изучаю всякое. О, да, та сестра Ночи. Она была мала, когда здесь началась война. Вся семья погибла на ее глазах. Что ты знаешь о руинах? Они очень древние. Сестра Ночи и ее клан поддались силе, что там сокрыто. Не ходи в руины. Тебя ждет тоже. Откуда ты столько знаешь о сестрах Ночи? Наблюдательность. Я многое повидал, оказавшись здесь. Это что значит? А должно что-то значить? Слишком много великих умов сгубила погоня за порядком. Мне пора идти. Да, так высоко я не прыгну. А, далеко. Да. Thank you.
кого-то привлекло скрытое здесь. Энергия руин? Сестра ночи выжила. Что-то в ней кажется знакомым. Ладно. Так что там было? Слалом Дэнни, Телори Олей. Сестра ночи. Тренируется. Thank you.
Рад, что ты цел и невредим. Была пара опасностей. Надеюсь, ты не притащил их сюда, парень. Вроде нет. Что-нибудь нужно? Да, конечно. Я совсем не против медленной и мучительной смерти. Думаешь, найдешь мне что-нибудь подходящее на этой планете смерти? Или просто притащи то, что будет сниться мне в кошмарах до конца жизни? Что-то из этой серии, чудик. Я встретил сестру ночи. Что случилось? Ты в порядке? Я цел, но понятно, что нам здесь не рады. Она не одна. Братья ночи? Похоже. О, нет! Сколько же их там? Не знаю. Кордова говорил, братья служат ведьмам Датамира. Повезло, что ты остался жив, Кэл. Может, пора линять? Как вариант. Мы всегда можем вернуться позже, если ты не готов, Кэл. На какую планету? Кашиик, родина Вуки. Что? Вот, что он говорит? Зачем вообще нужны дроиды? Спроси его сам. Он все понимает. Правда? Слушай, не хотел тебя обидеть. Просто дроиды меня пугают. А что не пугает? Ты прямо как имперец. Они деактивируют дроидов просто так. Мы с ним в одной лодке. Не сладко. Не слушай меня, приятель. Ты молодец. Так, парень, садись. Мы почти на месте. Мы же не будем прорывать блокаду. О, только в крайнем случае. Я настроила транспондер Богомола на передачу имперских сигналов. Эй, Грис. Да? Приглуши энергетический след и сделай вид, что мы свои. Как на браке, запросто. Рук мне и так хватает. Просто следи за сканерами. Лады? Ладно. Хорошо. Ничего не вижу. Они заняты чем-то на поверхности. Все чисто. Не нравится мне это. Империя разрушает Кашиик ради природных ресурсов. Вуки сделали рабами. Лишили крова. У нас чуть не попали! Парень, ты вроде следил за мониторами? Партизаны, Вуки и другие напали на имперский конвой. К нам приближаются шагоходы. Тарфул может быть с ними. Он может быть где угодно. Например, он может быть в могиле. И мы там окажемся, если вяжемся в эту заварушку. У нас просто нет выбора, и без нас они погибнут. И каков твой план? Диверсия. На браке мы разбирали шагоходы. Я угоню один. Ты посмотри на него. Решил, что у нас тут опять войны клонов. Капитан, давай к тем шагоходам. Что? Слушай, штурмовики используют их как боевой транспорт. Как будешь там, осторожней. Сейчас Грис сюрприз покажет фокус. Эй, сделай одолжение. Не погибни там, а? Добавлю это в план. Так, парень, если готов, самое время прыгать. Искупаемся, беги! Thank you.
что, ты готов? Заберемся наверх. Так, куда теперь? Еще немного. Так, дальше. Надо залезть наверх. Все хорошо, BD-1? Приятно слышать. Пульса нет! Твоя очередь сообщать о потерях. Это тот джедай! Сюда! Скорее! На сканерах новый корабль. Мы не ожидали от них такой огневой мощи. Что у нас с корпусом? Сильно поврежден. Прочность уже ниже 70%. Этого хватит, чтобы остановить мятежников. Просто веди без резких маневров. Надо же, сработало. Ладно. Доложите обстановку, что у вас там? Вы нарушаете имперский протокол. Можешь этого заткнуть. Прекратите, иначе мы... Так лучше. Погнали. И не говори. Есть.
Я тот, кто захватил AT-AT. А ты кто? Тот, кто очень злит империю. Мы нацелились на ту посадочную площадку. Поддержка не помешает. Принято. Разозлим их еще сильнее. Прямо в нас. Что делать? Держись! Приготовься, беги! Я в порядке. Ты как? Нет уж, хватит с меня этого. Ты угробил отменный шагоход. Как зовут? Кэл Кэстис. Со Геррера. Зачем пожаловал на Кошиик? Ищу кое-кого. А ты зачем здесь? Мы с товарищами хотим перекрыть имперские пути снабжения. И кого ты ищешь? Вождя Вуки по имени Тарфул. Тарфула невозможно найти. Неспроста Империя не может его обнаружить. Он борец за свободу? Настоящий борец за свободу. Он символ сопротивления Вуки. Бьет по Империи из теневых земель. Цере, Грис, Этосо. Здрасте. Зачем вам Тарфул? Дело джедаев. Джедаи мертвые. Не все. Ты забрал это у трупа? Это мне дал мой учитель. Эта площадка связана с имперским заводом, на котором трудятся рабы Вуки. По данным разведки, среди пленных есть партизаны. Я помогу им. Может, кто выведет на Тарфула? Шанс есть. Эй, минутку, стоп, минутку. Богомол творит чудеса. Да, корабль отличный, пилот хорош, но он не создан для близкой поддержки. Мы будем здесь. Последим за имперскими каналами. Если повезет, перехватим сигнал тревоги. Спасибо.
Мы с лейтенантами разведаем обстановку перед атакой. Присоединяйся потом. Пошли, пошли.